Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 сентября. Память святых мучеников Диодора и Дидима. Эти святые мученики были из Лаодикии Сирской. Исповедуя Христову веру, они учили о Христе язычниках, и многих из них обращали и крестили. За это привели их к правителю Лаодикийскому на суд. И здесь они смело исповедовали Христа. Их предали страшным мучениям, но они не отреклись от Христа. Бесстрашно обличали идольскую лесть и укоряли правителя за то, что он, оставив истинного Бога, поклоняется ложным богам. С молитвой на устах предали они среди мучений души свои Господу. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.